Привет, ребята, это исследователь. Давайте потестируем скорость работы интернет Теле2, Ростелеком в Петербурге, Невоград. Это сейчас ноябрь, 2017 год. Используется модем Huawei 3372, модем в порядке. Лежит он на шкафу у меня, зона приема неважнецкая, сигнала качества. 2 из 5 делений. Стабильно он находится в LTE зоне, 4-е поколение. Скорость, я считаю, дурацкая, потому что в планшете на улице я получал легко от 10 до 15 мегабит скачивания, исходящие 2-3 мегабита. И один раз было просто на улице 20-22 мегабита на скачивание. То есть на улице я пока что не мерил, потому что USB модем только к компьютеру подсоединяется. Здесь спид-тест используется, он мне не дает выбрать Петербург-Невоград почему-то. Пинг хороший, я считаю, 30. Это минимально, что можно получить, причем на улице тоже 25-30, меньше не бывает. Скорость вот перед этим была 10 мегабит, скачивание, загрузка 10. Сейчас я немножко в сторону отложил, и получилось скачивание немного побольше получить. Вот такая вот скорость. На скачивание почти что от третьего поколения ничем не отличается, но на загрузку в интернет намного лучше, потому что здесь 1-2 мегабита, а здесь уже в четвертом поколении 10, то есть можно делать трансляции. Как появится у меня телефон с модемом встроенным LTE, тогда я потестирую и расскажу вам, что за скорость на улице и дома. Вообще, на самом деле, сигнал слабенький, и скорость одна из самых маленьких у Теле2, Ростелеком, но цена тоже одна из самых маленьких, поэтому и приходится тестировать. Так, ну вот стабильная эта скорость, правда сейчас ночь, поэтому днем будет хуже, но я еще днем померяю, второй разок сейчас померим. Я думаю, примерно то же самое будет. И линия, видите, она ровная, стабильная. Это значит, более-менее нормальный сигнал, если не прыгает. И руками не трогайте. Если USB модем 4-го поколения, там под модемки есть разъемы, можете еще и модемы, антенны использовать. Руками не трогайте ни телефон, ни модемы. Сигнал очень сильно гасится. На какой частоте сейчас работает передача данных, я даже не знаю, 1800 или 2500. Пока что даже и не могу посмотреть. Хотя всего две частоты работают в Петербурге. 2-3 диапазона. По-моему, 7, 20 и 38. Как-то так. На этом все. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь на канал. Всем пока, ребята.